Вообще по требованию парковки возможно в пределах 500 метров от проведения соревнований. Соответственно, мы уже сейчас прорабатываем вопрос по логистике, будем обращаться к городским властям, тем более они нас действительно хорошо подпустили, что нам помогают. И вплоть до того, что если это частная парковка, будем играть с участником там, вплоть до аренды этой парковки. Если это какая-то муниципальная парковка, то надеюсь, что власти нам помогут. Других вариантов нет, понимаете, чудес на свете не бывает. Новая парковка, многоэтажная, мы не можем построить за короткий срок, тем более финансовых ресурсов таких у нас нет. Поэтому будем из того, что есть.